Итак, привет всем подписчикам моего канала, с вами Карандашик. Сегодня мы давайте сделаем, для начала мы сделаем 5 улучшенных солнечных панелей, а потом вы в комментариях мне под видео напишите, какую лучше делать, сразу ультиматку или сделать гибридку. Так, гибридки у нас получается, по сколько они энергии, кто помнит? Я вот что-то не помню, по 128 что ли они энергии? Потом можно сделать будет ультиматку, и в конце из 8 ультиматок, если мы сделаем, то я уже скрафчу квантовую солнечную панельку. Она очень мощная. Так, ну давайте сначала ультиматками ограничимся. Я вот думаю сделать просто этот рецепт, он не сильно дорогой, получается. Ну хотя не сильно дешевле, чем этот. То же самое выходит. Но он, в нем угля надо больше. Давайте же скрафтим нашу адванку. Так, берем сначала это все. Нужно 20 композита, 20 углей пластика и 20. Ой, и 6 видевых штучек. Получается армированная и видевая железная пластина. Так, одна у нас у меня просто не хватило композита, ничего страшного. Так, теперь мы берем это все. Как только мы берем это все, мы ставим сюда, 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 вот сюда. Делаем так, так, вот так. Ставим сюда алмазик и иридиевая железная пластина. Так, подождите. А, ой, не то. А черную чего я не взял? Не черную. А, ладно, я ее выложу сюда. Так, мы делаем вот так и ставим эту штуку. Получается вот такие хреновины. Объяснять, конечно же, я мастер. Так, мне еще нужно композита, но мне не хватает пока ресурсов. Ладно, это все скидываем сюда. И крафтим. Сколько получается? Мы можем крафтить 5 адванок. А, я солнечных панелек не сделал. Ой-ой-ой. Так, сейчас. Как делается солнечная панелька? Генератор получается так. Ага. Сейчас я вернусь. Быстренько сделаю генератор. Все. Так, давайте продолжаем. Я накрафтил быстренько все это дело. Сейчас мы сделаем последние стрижки. Еще две такие печечки железные. Ставим железную печку. Раз, два, три, четыре. 5. Ставим генератор, готов. Так, ставим это. Так. Угольную пыльку. Все, солнечные панельки у нас кажется. Опять 6 же, конечно же. Так еще мы можем сказать. Мало и не, видите, там подохнем. Так, это все выкидываем сюда, дабы нам не мешало. Это все выкидываем сюда. Это и вот это мне уже не нужно. Так. Сюда. А что у нас по бокам? Подождите, забыл уже крафт. А, да, все-таки нам та штука нужна. Вот эта вот штука, вот эти. Все. Так. Вот так мы ставим. Дальше мы ставим улучшенные панельки, это сюда, вот сюда, ой, нет, вот так, все. И у нас получается 5 адванок. Так, следующий крафтик у нас будет потом. На следующий крафт давайте вы напишите мне коммент, какие сделать ультиматку или что сделать. Или улучшенные солнечные панели сделать сразу ультиматку, или наделать гибридок. По цене все одно и то же, но к этой ультиматке 100% я запишу, потому что у меня уже все готово, весь материал я уже делаю. Мне осталось только надобыть очень много укрепленного иридиевого пластинок. Очень много нужно.
Ну, композит где-то найду. Да, все получится делать. Сейчас потихоньку буду, может, материю делать и тому подобное. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Карандашик. И всем удачи, всем пока.